Здравствуйте, в эфире программа «Цифры». Сейчас прожиточный минимум в России составляет 10 326 рублей на душу населения. Наверное, только в правительстве считают, что на этот минимум можно прожить. И, в общем-то, как-то, вопреки всему, живут. Таких в нашей стране, по данным Росстата, около 20 миллионов граждан. Это 13% населения. Естественно, никто не хочет жить в бедности и считать те самые копейки. Все стремятся к дополнительному заработку, используя для этого все возможные варианты. Причем дополнительный заработок сегодня ищут не только студенты и школьники. Все больше людей старше 35 лет готовы работать по совмещению. Наиболее распространенной причиной для подработки является нехватка денег, получаемых по основному месту работы, а также подвернувшаяся возможность, от которой не было желания отказаться. Итак, согласно опросу ВЦИОМа, более 60% россиян имеют две или три работы. А главный критерий выбора источника дополнительного заработка – его размер – 52% опрошенных, и гибкий график – 51%. Первый вариант ответа более актуален для мужчин, второй – для женщин. Самой популярной подработкой в России является такси. Об этом заявили 42% сограждан. На втором месте находятся курьеры – 29%. Также респонденты сказали, что в качестве подработки советуют работу официанта – 18% и продавца в супермаркете – 16%. Далее по списку предпочтений идут подработки охранникам, сторожам и работникам ресторанов быстрого питания. Что интересно, в каждом регионе нашей страны есть свои популярные дополнительные источники дохода. Итак, как выживают россияне? Например, в Москве, где почти 9% жителей считаются бедными, популярна сдача квартир и репетиторство. Хотя сдают квартиры, конечно, повсеместно, но для кого-то это стало бизнесом, а для кого-то единственная возможность сводить концы с концами. Тюменская область, несмотря на то, что регион богат нефтью и газом, многие местные жители считаются там бедными и вынуждены подрабатывать. Тут вариантов подработки немного. Самые популярные – продажи разбавленного спирта, украденного с завода, или расклейка объявлений, курьерские услуги. Крым. В этом регионе большое количество вариантов для подработки. Курортная зона все-таки. Но и желающих подработать также много. Ведь около 9% крымчан имеют официальную заработную плату менее 7 тысяч рублей. Чаще всего в качестве источника дополнительного дохода там рассматривается сдача своего жилья приезжим. Свердловская область. С каждым годом все большее количество местных жителей после официальной работы устремляется в офисы телефонной поддержки, желая подработать. Оператор колл-центра – самая популярная подработка в этом регионе. В Челябинской области местные жители подрабатывают привозом и сбытом сигарет из Казахстана. Во Владимирской – нелегальной вырубкой леса. А вот наша – Самарская область. Здесь у нас 34% местных жителей имеют дополнительные доходы. И подработки у населения, конечно, разные, но более всего речь идет о том, что люди занимаются разведением собак. Ну, например, таких пород, как немецкая овчарка и такс. Ну а в Воронежской губернии более всего население подрабатывает выращиванием и продажей урожая со своих дач. Впрочем, урожай с дач реализуют на европейской части России почти везде. Так, в 2016-2017 годах граждан, которые совмещают основную работу с продажей собственных овощей или фруктов, стало уже более 35%. Земля кормилица, без нее не прожить. И когда только люди все успевают, чаще всего соискатели готовы выделить на подработку вечерние часы, а также пятницу, субботу и воскресенье. Стоит отметить, что подработка дается людям все сложнее. Каждый десятый признает, что часто не высыпается, вследствие чего эффективность на основном месте работы значительно снижается. Еще столько же не скрывают, что порой и вовсе игнорируют задачи основной работы в пользу подработки. И хорошего тут мало. Я не удивлюсь, если выяснится, что повреждение корабля «Союз» на МКС, в результате которого произошла утечка воздуха, произошло в результате какой-нибудь халтурки, которую взялись сделать российские космонавты. Это была программа «Цифры». Я Андрей Сташкин. Увидимся.